Классы. Климат у нас, да, хороший. У нас в этом плане немножко не повезло нам. Да, ну как не повезло? Везде свои плюсы, опять, свои минусы. Опять же, где-то человек обвездил. Жары и такой нет зато, да, у вас? Сильно? Ну, да, жара у вас еще. Да как нету-то, тоже есть. Так когда неделю... Ну, сейчас вот жарко тоже. Весь июнь жарко. Весь июнь жарко было, да, прям. Что-то пасечку неделю, жаришка. Ни разу не купались еще. Работаешь, ну, потом. Искупайтесь, охолонитесь. Покажу сейчас, где пляж там, да. Это Владимир Иванович недалеко от пляжа живет как раз. Тут прям 200 метров почти от нас. Сейчас заедем, скажем, приходи на пляж. Погнали купаться. Он умеет плавать, показывал, кстати. Да, я видел. Приезжали тоже с Пензы, по-моему. Кто? Дедушка с девочкой приезжали, внук, показывал, он плавал, Владимир Иванович. А он сегодня что-то одинокий шел. Ты видел его сегодня? Я не видел еще, сейчас увидим. Он шел, такой что-то унылый. Ну, бывает, настроения не было, наверное. Не видел, поехали, сейчас не нашли ребята с ребятами. Вот приехали к Заволокиным на чаепитие. Сейчас Владимир Иванович появится, куда же он денется. Он нырял. Спасибо, ребята, что приехали. Я рад так еще. Вам спасибо. Это Гордеев все делает. Все с добрыми намерениями, дядя Володь, ты же видишь. Змей Горыныч. Ну, а как по-другому мы будем делать? Вот так добрые люди. Так же мы будем показывать. Благодаря доброму человеку. Ну-ну. Господи, храни интернет, да? Саркин, поехали. Ну что, круженем еще по... Да, конечно, сейчас посмотрим, а покажу сейчас достопримечательности остальные, такие вещи, какие не успел показать. Да. Конечно, круженем, Вань. Экскурсия. Спасибо вам, Владимир Вертальевич. Вам тоже. От подписчиков тебе привет. За баян отдельное спасибо, за гармонь. Всем привет, огромное, здесь все. Гармонии новые пришлите. Батя мечтает все о гармонике. Новый, тульку. Это Тульская уже нужна. Устарела уже. Да это понятно, она уже так не качает, не прокачивает, как надо. А то и на лет 7 лежит. Еще одна там совсем не пашет. Та старая. Вот, рядом Пачу? Стоит, вот стоит рядом. На пенсию все? Да, пора. Хватит работать. Год еще тебе не скажешь, что ты пенсионер, дядя Володь. Так молодой. С Олегом копия. С Олегом копия, говорят вообще. Вы с Олегом. Сашка с матерью, а вы с Олегом. Один раз пошли мы. Правильно понял? Да, все верно. А, вот он наш Олег. Вот батя, ну как, одинаковые. Она подходит, женщина, да? А брат твой на него. На Олега говорит. Это, ага. Младший. Деньги ему отдала, а брата папе. Нормально был. Кто на что учился? Помнишь, копаешь? Все само пришло к тебе, Олег, да, в тот момент? Аккуратней, тише, тише. Смотри, футболку не порви, а то монгол нам этого не простит. А там мне это приедет, как и... Чу-чу-чу или как ее? Чики-пики. Чики-мики, блин. Должна приехать к Олегу. Да. Сейчас мы их зазывать будем. Она тут нахуй побьет всех. Да, она вроде закодировалась.